1923 году в парке перед главным корпусом Омского сельскохозяйственного университета была организована первая в Омской губернии астрономическая площадка, на тот момент являющаяся единственной в Зауралье. Она представляет собой тумбу бетонную, примерно около метра, чуть больше в высоту и примерно около 90 сантиметров гранью квадрат. На ней устанавливались различные приборы геодезические, астрономические, и все наблюдения проходили в ночное время. В 1925 году данную площадку внесли в реестр важных наблюдательных станций ВАЭН СССР и поставили под охрану закона. Она использовалась как учениками, так и разными учеными для проведения своих астрономических наблюдений, наблюдений комет, звезд и самого поведения ночного неба, потому что в те годы велось активное изучение астрономии как науки. И до 2007 года ее использовали, после чего закрыли за ненадобностью, потому что появились системы глобального позиционирования и навигации. Она имеет очень важное историческое значение для нашего университета, и мы бы хотели, чтобы данную станцию восстановили. Приборы, использующиеся в этой площадке, были тот же Hildebrand Wichmann-Werke, советский аналог более молодой АП-2, и различные теодолиты, которые пришли на смену всем неудобным большим приборам, стали более компактные и использовались в разных условиях при помощи различных насадок и дополнений на них в качестве АП-Т2 для астрономических наблюдений и вычислений разных параметров.